Завершить посевную до выходных. Такую задачу поставил Рустам Миниханов аграриям республики. Он осмотрел поля в Алькиевском, Алексеевском и Лейшевском районах. Президент сказал о необходимости строительства крупных агропромпарков, чтобы выращенные продавать без посредников. Более 3000 татарстанцев пополнят ряды вооруженных сил страны в эту призывную кампанию. Об этом сегодня сказал военком республики Сергей Погодин. Сегодня на службу в Новосибирск, Мурманск, Кантемировку, Минеральные воды отправились 59 ребят. До конца лета все казанские лагеря оборудуют камерами видеонаблюдения. Подготовка к детской летней оздоровительной кампании выходит на финишную прямую. Только в столице на нее выделено более 200 миллионов рублей. Первые заезды стартуют уже 1 июня.